Вставай. Вставай. Давай. Привет, Юта. Ты же мне лень вставать, сами комедите. Посидите вон. Юта она не встала. Она сытая, видишь. Блин, вчера голодная была после наркоза. Вскочила и прибежала есть. Я вчера отслеживаю, да? Нет, прооперировали. А. Там что в итоге было? Грыжа. Отличная, похоченная грыжа. Короче, от меда отказалась, я из сгущенки сюда добавила. Неплохо. Чего ты у меня одним медом пичкаете? Давайте-ка мне сюда сгущенное молоко. Тем более его много привезли. Что у вас в этом году много, мне кажется? Ну сладкого много здесь, видишь? Дыни. А еще у меня не надо садиться. Вот ты их лучше не стряхивай. Лучше отмахнуться. Отходите отсюда. Ладно, это Ютино лекарство. Вкусное такое лекарство. Ой. Какое вкусное лекарство. Ют, может, ты поднимешься уже? Барскую. Я же не знаю, на руках меня носили, мне понравилось. Меня вытаскивали, да? Конечно. Куда носить ее сюда веселее, мне кажется, чем вытаскивать. Да все весело, и то, и другое. Сегодня она такая маленькая, она такая маленькая. Я говорю, да, ну, курсе, что она тяжелая. Она по-любому меньше живет. Поэтому парней, ну, девки посмотрели мётаным глазом, килограмм 170-180. Ну, барибалы-то они, в принципе, не большие. Да, барибалы небольшие, но тяжелые. Да, скажи. Вкусно, конечно, уточки, да. Мне кажется, где-то просто ули рядом. Нет, они прилетают сюда, когда сладкое здесь. Здесь груши лежали рядом, а летели осы. Я грушу убрала, а осы ушли. Сейчас он здесь, видишь, дыни лежат. Бесит тебя они, да, мой хороший? Уже бесит. Ну что, надо у тебя убрать эти корочки. Где осы сидят? Будет тебе счастье. Они, конечно, все жрут, и мясо они жрут хорошо. Но мясо они тоже хорошо слетают. Да. Ты видел вообще, как это происходит? Когда они прям кусочек сворачивают так в рулетик и уносят. Нет. Да, видела, я наблюдал. Вкусно. Тоже лекарство вкусное, скажи, должно быть. Вот там муха, это самое. Сладкой смертью померла. Идите отсюда все. Идите отсюда. Сейчас, Юточка, я уберу у тебя эти корочки, они от тебя отстанут. Вот. Угу. Да, да. Сейчас я от тебя заберу все эти глаза. И да, отстанет меня, тучи летают. Сейчас уберу. Не в ту дырку полезла. У меня так все докармливает, тяжелательно вкусно, да? Кто же ее невкусным кормит? На прошлом году был... Так, садик, вот так. Допилась? Нет. Пыталась. Что там? Пыталась утопиться. Кто же ей позволит? Ютина утопиться. Ты Ютина лекарство. А что там на лекарство? А, Светла. Антибиотик. Ну что же, операция все-таки. Кишечник у меня не очень хорошо выглядит. Специально, да, верхушку открыли? Да. Душный момент, да? Ну да, чтобы хоть чуть-чуть продолжить. Почему они жару переносят? Да тут все, вагончик там греется, верно? У него, видишь, дерево. Вижу, не воздух там, нет? Ну, оно есть, но в такую жару, мне кажется, надо тут вентилятор установить. Господи, я надеюсь, что последняя зима здесь, а потом уже там переедем, там будет все, чтобы она жила счастливо.
Особо лазилки ей не нужны, но какое-нибудь обогащение вольера, как все эти деревца. Так, вот это вот, видишь? Вот эти вот. Мы относимся. Что это? Фу. Вот еще. Юточка, маленькая юточка.